Новые подробности в деле о взрыве на Скидельском сахарном комбинате. В качестве подозреваемых задержаны начальник цеха готовой продукции и его заместитель. Эта информация появилась сегодня на официальном сайте Следственного комитета. Статья, по которой ведет расследование, — служебная халатность. И сегодня стало известно, что в Гродненской больнице скончалась четвертая жертва трагедии. Напомню, 25 февраля в одном из цехов предприятия произошел взрыв пылевоздушной смеси. Сильные ожоги получили 5 работниц завода. Врачи продолжают бороться за жизнь последней пострадавшей. Ее состояние до сих пор тяжелое. С учетом анализа собранных фактических данных, следствием принято решение о задержании начальника цеха готовой продукции данного комбината, а также его заместителя. В том числе их допроса в качестве подозреваемых в совершении служебной халатности. Следственная группа продолжает работать на территории предприятия. Специалисты проводят углубленные осмотры систем аспирации и вентиляции. По запросу нашего СК в Беларуси с Польши прибыли представители компании-поставщика оборудования. Его эта фирма и устанавливала на заводе. В качестве экспертов также привлечены белорусские ученые, которые специализируются на системах очистки воздуха.